КФУ посетили одновременно несколько важных гостей. Представители делегации консульства Венгрии и Китайской Народной Республики в городе Казани. Как отметили генеральные консулы, дипломаты с большим опытом, Китай и Венгрия довольно наслышаны об истории и успехах Казанского университета. Посетив КФУ, гости не только убедились в услышанном лично, но и получили ответы на волнующие вопросы, а также познакомились с условиями вуза для развития в студентах интереса к науке. Я думаю, что я уже заранее убежден, что университет отлично оснащен. Это один из крупнейших и самых престижных вузов России. И с таким университетом, я думаю, что любому университету престижно сотрудничать. В рамках заседания гостям рассказали о подготовке специалистов, о крупных российских проектах, в которых задействована «Альма-Матер». Гости вуза довольно впечатлены услышанным и искренне желают студентам и сотрудникам университета не снижать планку, а в наступающем году добиться новых успехов и признания. Дорогие соотечественники, уважаемые студенты, учащиеся в университете, в Казанском федеральном университете, пользуясь случаем, поздравить вас с праздником и желаю вам всех успехов, удачи в учебе. Адель Шемилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.